Друзья, привет-привет! Это мы с Канопусом. Сегодня у нас такое прямое включение прямо с базы в Лорьяне. Мы решили поменять полностью внешний облик Канопуса, и пока что он белый. Вчера я содрала полностью старый стикер. Ушло у меня 8 часов рабочего времени на это без перерыва. Было тяжело, потому что с одного борта он снимался плохо. Целых 6 часов я сдирала, содрала руки в кровь. А с другого борта, с правого, оказалось все совсем просто, всего 2 часа. И вот он белый, хороший, ждет новые стикеры. Я пока еще не совсем решила, как он будет выглядеть. Обязательно будут наклейки спонсоров, это конечно. И обязательно будет цветной нос. Я думаю про серый цвет и ярко-розовые цифры. 800. Что скажете? Ну, а мой план на сегодня отшлифовать подводную часть. Напомню, что у меня подводная часть покрашена краской Nautix White Speed с тефлоновым компонентом. И сейчас я буду ее шлифовать, чтобы уже довести до гоночного состояния. И потом, скорее всего, полировка. Мне тут сказали, что, оказывается, ее можно полировать. Можно, по крайней мере, попробовать, так что я попробую. Полировальная машинка есть, паста. В 3 этапа тоже есть. Собственно, дождь мне сегодня немножечко в помощь, потому что шкурю я шлифую на мокрую с шкуркой Абралон 500, потом Абралон 1000, дальше пойдет полировочка. Ну, соответственно, дождь поливает сверху, мне легче шкурить. А вообще, давайте покажу вам, что произошло с лодкой за последнее время. Вот мы, собственно, уже без стикера, с подводной частью свежепокрашенной. Рули тоже уже покрашены и отшлифованы. Мы обновили румпель. Пока что будем выступать с деревянным, пока Мика еще не закончил карбоновый. Но я купила новый удлинитель с вот такой вот насадкой, называется Дьявола. Я полностью отшлифовала, зачистила, отполировала рейлинги, потому что во многих местах у них была ржавчина, которая, в общем-то, легко отчистилась. Теперь они чистые, свежие, блестящие. Мы переустановили многое палубное оборудование, немножко оптимизировали под меня. Лебедки пока еще не установлены, но, в общем, вот в такой комплектации лодочка у нас будет. Шверты тоже готовы, покрашены, отшлифованы. Леера я как раз буду натягивать, когда не будет дождя. Ну и, соответственно, следующим этапом займусь всей проводкой, сплайсингом. В общем, буду работать риггером. Внутри пока что лодка не готова, показывать не буду. У нас еще идет работа с электриками. Как только будут результаты, обязательно обо всем расскажу. Вот такие у нас на сегодня новости. Продолжаем работать. Пока-пока!